С начала года Гамби, маленькой стране в Западной Африке, приковано внимание всего мира. Страна оказалась на грани войны. Жители бежали в соседние страны. Международные организации били тревогу. Совет Безопасности ООН провел несколько экстренных заседаний. В итоге, после долгих переговоров гамбийских властей и лидеров других стран Западной Африки, политический кризис обошелся без вооруженных столкновений. Сегодня представители Гамбии благодарят всех, кто поддержал их в трудные времена, и надеются на укрепление сотрудничества с другими странами, включая Казахстан. Гамбия, как известно, провела свой национальный день на Экспо в Астане 1 августа с участием своего министра торговли. Ситуация в Гамбии значительно улучшилась, стабильна сейчас. И мы благодарны ЭКОВАС, экономическому союзу западноафриканских государств, ООН, всем нашим друзьям, в том числе и Казахстану, за поддержку. Все завершилось мирно, и сейчас мы хотим работать с вами более тесно, продвигая межкультурный и межрелигиозный диалог. Мы знаем, что Казахстан является лидером в межнациональном согласии и мирных инициативах. И я хотел бы отметить особую роль Казахстана на международной арене.